наступающим, вот здесь. Забирайте подарочки, ребята, забирайте. Необычный сюрприз для петропавловцев организовал городской молодежный ресурсный центр. Дед Мороз со Снегурочкой прогулялись по улицам города и вручили сладкие призы жителям за стихотворение. Принять участие в таком новогоднем сюрпризе были рады и взрослые. Посмотри в дверную щелку, ты увидишь нашу елку. Наша елка высока, достает до потолка, а на ней висят игрушки от подставки до макушки. Ой, молодец, ой, малыш, забирай подарок. Спасибо. До свидания. До свидания. Увидеть главных персонажей Нового года горожане смогли и в автобусах. Кто-то спел песню, кто-то рассказал стихотворение, а некоторые просто были рады обменяться поздравлениями. Молодежный ресурсный центр совместно с аниматорским агентством Inside Project проводит масштабную акцию. Очень надеемся, что жителям города эта акция понравится. И всех бы призвал бы участвовать в данной акции, если к вам подойдет Дед Мороз и Снегурочка. Акция продлится до 31 декабря включительно. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам счастья в новом году, здоровья и, главное, процветания! Анастасия Кузнецова, Ренат Шамшутдинов, МТРК.